Итак, настало утро. Вот шарики детские надуваем. Что ты сдул шарик? Только показать его хотел. Иди вон, показывай. Ну, в общем, небольшая трабла у нас. Местами не высох гелькоут. Остался липким. Не знаем почему. Сейчас будем липкие места смывать ацетоном. Ну, то есть убирать. Их немного, но они есть. Вот здесь зад весь высох. Там вот есть. Грешим на то, что последний слой уложили вечером, когда уже было прохладно. Ну, короче, варианты какие. Либо не промес, то есть плохо замешал. Либо просто уже поздно было. Ложили и вот так вышло. Других вариантов никаких. Сейчас надо либо его смыть, либо наносить новый слой. Поэтому решили смывать, чтобы то все прошкурить. В общем, вот такие дела. Сегодня еще хочу вот здесь заклеить зад, вот эти повреждения. Тут еще немного разошьется. Все это проклеить, внутри проклеить, там, ну, в общем, работы непочатый край. Ну вот, новый вид пипи. Когда приезжаешь на погрузку, должен выглядеть вот так. Еще вот сюда фильтра сейчас оденутся. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Итак, будем сейчас намешивать гелькоут. Что первым делом делаем? Открываем банку. И тщательно перемешиваем. Потому что там находится вакса, и она оседает. Поэтому ее надо перемешивать. Потом ждем распоряжения от начальника, который скажет, что пора наливать. Вот мы израсходовали за вчера. Ну, где-то, наверное, четверть банки точно. Набирать буду вот таким стаканчиком. Наливать вот этот стеклянный у нас есть, чтобы в него наливать. То есть зачерпываю и наливаю. Тут есть мерки, то есть я лью по меркам. Вот 4 озы.
теперь берем отвердитель. И набираем, я сделал шприц с насечками, чтобы иметь возможность правильно набрать. Ждем, когда можно будет залить, когда будет петелька готов для нанесения. Я залью отвердитель и буду очень тщательно перемешивать это все. Сейчас пока передышка. Вон, перчатки уже испачканы. Так что сейчас целая задача, как выключить камеру.